В продолжении темы паводка. Во всемирной паутине активно обсуждали фотографии, сделанные тюменцами ночью на улице Щербакова. На них полицейские машины с включенными мигалками частично перекрыли движение. В интернете стали появляться комментарии, что прорвало дамбу на Щербакова. Сейчас там работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией мой коллега Николай Смирнов. Николай, здравствуй. Расскажи, на месте ли дамба? Да, добрый день, Гульнара. Надо сказать, что снимки, которые появились в интернете ночью с подписями, что на Щербакова прорвало дамбу и вода хлынула прямо, не соответствуют действительности. Дамба в порядке. Сейчас уровень воды в Туре составляет 8 метров 24 сантиметра. До критической отметки, в принципе, не так уж и много. Однако в верховьях реки подъем воды уже прекратился, а значит, через несколько дней остановится и у нас. О том, какие меры сейчас принимаются для защиты города от наводнения, нам расскажет руководитель управы Центрального административного округа города Тюмени Пальянов Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич, что сейчас здесь происходит? Добрый день. Значит, да, мы находимся на земляной насыпи по улице Щербакова. Действительно, критические отметки сегодня предполагаем, что поднимутся до 8,70. Уровень дамбы в настоящее время где-то 8,50. Поэтому для того, чтобы не перехлестнула вода, не размыла дамбу, ведутся работы по повышению отметок данной насыпи. Соответственно, мы видим, что работает и как рабочая, так и техника привлечена. Глину берем из запасника. Значит, я думаю, что поднимем до 9 метров данной отметки. Конкретно, конечно, сказать можно, что воду мы должны удержать. Спасибо, Сергей Валерьевич. Гульнара, мы продолжаем работать на улицах города и следить за паводком в черте Тюмени. Спасибо, Николай. Напомню, что наша съемочная находится на улице Щербакова, где идут работы по укреплению защитной насыпи.